Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня буду готовить салат, который приведет вас просто в восторг. Если вам интересно, что это за салат и как он готовится, оставайтесь со мной, будем его готовить вместе. Что же нам для него понадобится? Куриная грудка 250 грамм, отварная уже, но я сегодня решила взять еще буженинки копченой, чтобы такая была в нем пикантная нотка. Сыра 100 грамм. Лучше, если у вас будет брынза, но и такой сыр этот салат не испортит. Яйцо отварное 2 штуки. Перец болгарский. Если у вас крупный, то половинку. Если не очень крупный, можно целый. Винограда 150 грамм сладкого. Лучше кишмиш. Майонез, соль, перец по вкусу. Приступаем. Первыми мы нарезаем мясо курочки. Вообще его лучше не резать. В любые салаты, не только в этот, а вот так вот рвать его по волокнам. Тогда он получается интереснее и вкуснее. Я не знаю почему, но на вкус это тоже влияет. Теперь я тоненько порежу буженинки. Затем тоже перец с соломкой. Сыр также нарезаем соломкой. Если у вас брынза, ну или сыр типа брынзы, лучше его, конечно, нарезать кубиками. Но такой сыр нарезать нужно соломкой. Яйцо нарезаем просто кубиком. Ну вот, подошла очередь винограда. Если у вас виноград маленький, можно разрезать на 2 половинки. Если у вас виноград крупный, то на 4. Майонез. Ну вот и все, салат готов. Ингредиенты в нем очень простые и легкие, но тем не менее салат получается очень вкусный. Он вроде бы и вязкий за счет сыра, яйца, но за счет перца болгарского он хрусткий, сочный, а виноград ему придает вот такую сочную изюминку. Я думаю, что он достоин занять первое место в любом ресторане. Ну а уж на вашем праздничном столе, я думаю, что он будет салат королем и порадует как вас, так и ваших близких. Ну а я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Также обратите свое внимание на ссылочки, которые находятся внизу этого видео. Пройдя по ним, возможно, вы найдете свой любимый рецепт. Ну а сейчас всем до свидания и до скорой встречи!